В плачевном состоянии находятся квартиры, выданные многодетным матерям по программе Нурлыжер. В городе Аксу люди жалуются на сырость и трещины в их домах. Бьют тревогу и просят срочно разобраться в этом деле. В Аксу 32 квартирных домов для многодетных семей оказались непригодными для проживания. Сырость и холод всю зиму жалуются жильцы. Многодетная мать Мирамгуль Майдан очень обрадовалась четырехкомнатному дому, включая участку в 16 соток. Но спустя время оказалось, что жить в нем просто невозможно. Вот стены уже черные стали, батареи холодные, всю зиму включали обогреватель. На свет мы тратим 50-60 тысяч тенге. Мы знаем, как строились эти дома, знали, как будет холодно, но нас насильно вселили в эти дома, чтобы снять с очереди. Люди устали жить в таких условиях и самостоятельно устранять изъяны строителей. Два года назад для обеспечения жильем многодетных семей из республиканского бюджета по Володарской области было выделено 1 миллиард 200 миллионов тенге. Как эти средства освоены в городе Аксу, теперь проверит прокуратура. Подрядчики, оказывается, после того, как они продали нам эти дома, у них закончилась гарантия, поэтому мы сейчас подали в суд. Пусть эти подрядчики придут на место и сделают свою работу правильно. Некоторые уже начали работу, других мы заставим через суд. В конце года необходимо было освоить бюджетные средства. Пришлось подписать документы о приеме жилья, а потом доделывать работу. У некоторых застройщиков вообще нет гарантии. На момент заключения договора существовали разные обязательства. Государственные служащие ответственные за строительную отрасль, начиная с бывшего Акима города, сегодня уже не работают. Сейчас некоторые подрядчики уже устраняют недоработки. Галина Трощева, Аяулы Мрахимжанова, Ерлан Омашев. Ертысок Парат